веса, все люди для покою сомкнули уж глаза. Мне завтра постучался у двери Купидон, приятно перервался в начале самым сон. Учиться смело, со гневом я скричал, сугрею мерзлу тело, сперю отвечал. Чего ты устрашился, я мальчик чуть дышу, я ночью заблудился, попал и весь дрожу. Когда мне жалко стало, я свечку засветил, не медливши немало, к себе его пустил. Увидел, что крылами он машет за спиной, колчан набит стрелами, лук стянут тетивой. Жалея о несчастье, огонь я разложил, и при таком ненастье камину посадил. Я теплыми руками холодные руки мял, я крылья из кудрями до сука выжимал. Тут грудь моя пронзила, приострая стрела, и сильно уязвила, как злобная пчела. Он громко рассмеялся, и тоже заплясал, чего ты испугался, поспешно сказал. Мой лук еще годится, и целый сетевой, ты будешь ветрушиться, отный хозяин мой. Ты будешь ветрушиться, отный хозяин мой. Ha, 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 ha.